Добрый день, мы канале Уинзап. С нами Kia Rio 2012 года с пробегом 280 тысяч километров. Автомобиль приехал на замену катализатора, делал диагностику, эндоскопию вдруг в стороннем сервисе, где приговорили катализатор, что пошли уже разрушения. Клиент увидел у нас в продаже новые катализаторы. У нас есть на Kia Rio, на Solaris 1.6 моторы катализаторы. Также они подходят на Kia Ceed с 10 по 12 год. На i30 рестайлинг тоже с 10 до 12 года. Начинаем дефектовку, снимаем, разрезаем. Мы спросили у клиента разрешение, разрезаем. Смотрим, показываем вам, что с ним произошло. Сверху закончили, поднимаем наверх, снимаем защиту, откручиваем катализатор, еще одну гайку хитрую на Solaris и на Kia Rio, которая находится под насосом гидроусилителя, мы откручиваем снизу. Никак. Когда-то она была на 19-ю головку, теперь она на 16-ю. Вот всегда я говорил, самый надежный мотор это 1.6 и 1.4. Для старых Солярисов, блин, KC, блин, и i30, блин. Просто меняешь масло каждые 8 тысяч, и этот мотор вечный, блин. А вот когда люди не меняют у них масло, блин, по 15, по 20 тысяч некоторые, по разным причинам. Чаще всего многие жалуются из-за финансового положения, либо, ну, связанное с ситуации на работе, там, в стране и так далее. Эти моторы умирают, а потом начинаются капиталки 1.6. Это хитрая, которая? Кто? Не, это я откручиваю к нижнюю опору катализатора. Вот она, вот она, хитрая гайка, которую сверху не открутить, потому что она находится за насосом. Но так как мы все равно собрали, ну, откручиваем будем ее снизу, и вот эти с последующие мы тоже открутим снизу. Специально есть длинный ключик. С одной стороны он обычный, с другой стороны он трещоточный. Вон дырка, отверстие. Ну, то, что он развалился, прям вот видно. Вот она. Что у нас спереди? Я не смотрел. Ну, собственно, вот оно, разрушение. Мы видим, что он забился. Он забил сам себя. Верхняя часть осыпалась. На камеру, к сожалению, сейчас мы это не сможем показать. Сейчас мы его распилим и вам продемонстрируем. Пилив катализатор. Мы видим первая часть разрушения. Это все, что вот на нее оставалось. С этой стороны. Полностью. Вот так вот он выглядит. Первая часть разрушена и стала забивать вторую часть. Начал убивать сам себя, делая хуже двигателю и поршневой группе. Но нам нужно дать должное. Все-таки 280 тысяч практически проехал и без капитального ремонта двигателя. По поводу жора масла я не узнавал. Но я думаю, с таким вот она чуть-чуть жрала масло. Давление в моторе повысилось. Да. Пожалуйста. Вот наш новый катализатор. С номером, с новой керамикой. Производим установку в обратной последовательности относительно разбора. И отпускаем машину в дальнее путешествие еще на 280 тысяч километров. А правда то, что говорят, если, допустим, которая вырезается целиком катализатор, да, ставят пламя-гаситель, что машина, она становится невыездная за территорию государства, которое она есть? То есть это как получится, какой государство ты собираешься ехать? То есть есть страны, где прям ты прям без просмотра. Как это? Рентальные вот эти трубки, блин, ты не попадешь в их страну, блин, пока они не замерят. При работе с выхлопными системами рекомендуется использовать новые гайки, болты. В данном случае вот новые гайки, новые болты в моментах. Выхлопная система очень сильно нагревается, подвергается сильным нагрузкам. И нашим
в нашей среде эксплуатирования автомобилей, они гниют очень сильно. Пример можно увидеть, как на гофре. Вот какие гайки на пробеге 280 тысяч километров. Работают тихо, исправно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был автомеханик Константин.